Да. Вы. В газете говорится о расистах, о чистом еврейском государстве. Вы сказали, что иудаизм — это религия. Тогда о какой расе вы говорите? And not only you, but other European Jews about a race you pure. I would like to know, well, what race are you talking about then? Я не говорю ни о какой расе. Вы не хотите, чтобы в Израиль приезжали чернокожие? Может быть, Африканский национальный конгресс будет лучше относиться к Израилю, если вы хотите продавать оружие белому правительству, которое вырезает черных? Истина неприятна. But you know, I mean, history is history, man. Yes. And another statement you made about the African National Congress. Yeah. You know, maybe the African National Congress would feel better towards you or, you know, not be against you if you didn't help sell arms to the South African government that are slaughtering black people wholesale. And you support the diners there in business that also are doing the black people wrong. Not just you, but other European Jews like yourself. Okay. The truth hurts, don't it? Wait until the answer comes. First of all, сейчас я вам отвечу. Только потому, что об этом написали в газете, это еще не значит, что это правда. Я никогда не говорил о расово-чистом государстве, потому что евреи — это не раса. Теперь к тому, о чем вы говорили. Половина из того, о чем написано в этой газете, неправда. Во-первых, насчет черных в Израиле. Чернокожий, обращенный в иудаизм, это еврей. Точка. В европейский иудаизм. Когда вы говорили, я спокойно слушал. Вы задали длинный вопрос, и я слушал. Теперь моя очередь. Иудаизм говорит, что любой, кто обращается в эту религию, белый, черный или крокодил, это еврей. Точка. Эфиопские евреи — это евреи. Так называемые черные израильтяне — это не черные израильтяне, это свора бандитов из Чикаго, которых в 67-м году выгнали из Либерии, когда они туда приехали, потому что у либерийцев есть мозги, а у Израиля нет. Картер проводил в Израиле пресс-конференцию, где сказал, что это настоящие евреи. И когда они станут большинством, они возьмут белых еврейских обманщиков и выгонят вон. Послушайте, если вы еще раз меня перебьете, я перестану разговаривать с вами и буду говорить с кем-нибудь другим. Я еще не закончил. Я еще не закончил. Истина неприятна? Оставьте его. Мне не важно, если он думает, что гора Синай находится в Арктике. Когда мы придем к власти, мы выгоним черных израильтян из страны. Не потому, что они черные, а потому, что они антисемиты. И тогда эфиопские евреи, дай бог, будут жить счастливо со своими еврейскими братьями и сестрами всех цветов кожи. Потому что они евреи.
После 1973 года все черные африканские государства разорвали отношения с Израилем. И на каждом голосовании, раз за разом, все африканские государства осуждали Израиль. А теперь вам не нравится, что Израиль, будучи не в почете у черных стран, поддерживает Южную Африку, которая поддерживает его. Я не за апартеид и не против него. Но если в ООН вы голосуете против Израиля, то вы мой враг. Вы враг. Может, не очень влиятельный, может, не очень могущественный, но неужели вы думаете, что я такой идиот, что откажусь от страны, у которой запасы урана на втором месте в мире, ради каких-то людей из ООП? Я что, сумасшедший?